Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Киберпанк Phantom Liberty у нас на канале. И, блин, все началось очень быстро и очень жестко. Пришлось на паузу ставить. Короче, мы от Химеры сбегаем вместе с президентом. И хрен тут куда от нее сбежишь. Меня тут уже несколько раз грохнули. А это вот Химера, мать твою. Короче, все капец как. Это вот эта херота. Короче, Сойка приехал. Сойка, короче, пыталась управление взять над ним. Но у нее пока что-то не получается. А, нет, ли, черт. Опа. Дело плохо. Короче, все ой как динамично происходит. Это просто какой-то... Ви! Не смей меня тут умирать. Nope. Ладно. Постараюсь. Right. Вот и хорошо. Good. Мы его вырубили. We take it out. The fall did. Не совсем. Нам повезло, что он упал. Ладно, пойдем отсюда. Ты можешь ходить? Мать твою, я могу даже бежать! Твою мать, ты умрешь или нет? Он поврежден. Давай, надо добить. Где-то у него слабые места. Да блин. Да заряжай ты уже, блядь, ее быстрее. Так он, блядь, он вообще неубиваемый, алё. А с чего я должен его там, извините меня, разъебывать? Drop the bastard! Hit the exposed bit! It's our only chance!
destroy you. Эй, Уэйтхерст! Да, блядь! Да, так это, блин, с такой пушкой. Собака еще и защищает там. Блин, еще не бегает, сука, как нормально. Да не, это вообще бесполезняк. Мне надо, чтобы мне что-то дали. Ёб твою. Тут никакой ствол, блин. Это что? Да блин, а почему сразу так? Так это не то оружие. Я не могу понять, я взял большое оружие, где оно? А где эта херня, блядь? Урон 141. Подожди, я взял каких-то это. Тут всякие модификации. А, ускоряет. Блин, да это, короче, ладно, модификации модификациями. Мне нужно что-то... Где охеренный урон? Двухстволка. Да нахер мне это двухстволка, блин. Destroy you.
Не, снайперка говно. Я же отсюда брал какие-то стволы. Я так понимаю, надо по этим, по критическим точкам ему херачить. Где вот она у него? Да ёб твою. Тут непонятно, что дают. Что надо сделать? А, дроны. Ёб твою мать. Да я понимаю. Ну и чё, блядь, они опять его восстановили? Да это чё за, блядь, ёбаная дичь? Я тут что-то собираю всякую зда.
Я не могу понять, вот эти мне как? Он с этим, сука, не бегает. Где критические точки его? Да нахер тебе эта снайперка, блядь! Блин, иди ты в жопу, ты серьезно? Бля, он из жопы что ли стреляет? Так, восстанавливаем здоровье пока. Ты что, в натуре не можешь его убить? А запрыгни сверху и прикончи его. А как? Лови. Получай, тварь. Взять ядро химеры. Охеренно.
Так, очки есть у меня? Нет, очков у меня нету. Вот, значит, как они. Close call, Ed. Good teamwork. And luck. A pile of luck, V. Нам повезло. Очень повезло, Ви. Grab what you can, and let's head out. Бери, что тебе нужно, и бежим отсюда. There has to be an exit here somewhere. Так, найти вход. Хорошо. Так, давай смотреть, что у нас тут есть. Но это этот гребаный автомат, который нам сейчас нафиг, да, не нужен. Так, у нас есть снайперка. Но она хреновая, она, блин, один выстрел у нее всего. Ну а тут я, походу, уже все пособирал, что только можно было подсобрать. Так, бинты, патроны. Двадцать минут ушло, чтобы эту вот собаку загасить. Так, да. Что тут? А это что? Good stuff. Выбрались? Надеюсь, мы сейчас не упремся в стену. Сойка сказала идти по туннелю до самой... Она выходила на связь? Так, провести Майерс через туннель метро. О, блин, ну, не знаю, жестковато, конечно. Давай же! Блять! Тут есть какой-то лаз. Может, попробуем же запрыгнуть? Запрыгнуть, может, и попробую. Мне не нравится, я не могу понять. Какого хрена? Так, ну да, все правильно. 1, 2, 3, да, у меня на быстрый выстрел. Ой, на быстрый этот доступ. Штурмовую винтовку возьми. Так, и прицел. У нас есть такие штуки, как глушитель. А есть дульный тормоз. Уменьшение отдачи. Давай так. Ну, по-тихому у нас все равно не получается, как ни крути, блин. Hold up, V. Let's pause. Think for a second. What's eating you? I don't like this. Что тебя беспокоит? Да вся эта ситуация. Можешь позвонить Соме еще раз? Конечно, у меня же, блин, сотовый тут недалеко совсем. Он стреляет тоже одиночными, да, получается? Уклониться, сделать рывок. 4. Как скажешь, попытка, не пытка. Сойка, это Ви. Мы тут начинаем волноваться. Нас тут, если что, чуть не прикончили. Сон, ты меня слышишь? Не отвечает. Похоже, только я один у тебя остался. Ну что, дозвонился? Нет, она не отвечает. Черт. А что случилось? Почему Соми пропала? Так, ее что-то напугало. You don't know.
Что-то пошло не по плану. Я бы сказал, что нашел демон или защита включилась, когда она ломала химеру. Сказал бы. Да, если бы Сойка была обычной нетранершей. Но мы оба знаем, что это не так. Точнее, не скажешь. Не знаю, в тот момент было не до расспроса. Вообще, в сети всегда есть риск поджариться. Нет. Я не верю. Соми иногда вела себя странно, но это быстро проходило. Я уверена, что она идет туда же, куда и мы, но на ту же самую улицу. Это единственное логичное решение. Ага, логичное. Представляю, какой у девчонки будет отходняк, если она очнется. Блин, и заткните этого нахрен Джонни. А, у нас дополнительное задание поговорить с Джонни. Эй, Джонни, твою мать. Почему так считаешь? Потому что она пошла на ту же тусу, где был я. Чувствуешь себя как будто глубоко под водой, пытаешься выплыть, но что-то не дает дышать и затягивает обратно. А когда она потеряла управление химерой, вода превратилась для нее в кипящую смолу. Звучит неприятно, мягко говоря. Похоже, и там было вообще не до нас. Скорее всего. С другой стороны, это могла быть просто перегрузка. У нетранеров такие случаются. Страшное дело. Ну что, идем дальше? Идем, блин. Идем. Мы идем на юго-запад. Еще немного и сделаем полный круг. Я вот набираю, а у меня пока даже возможности, да, нету, чтобы куда-то что-то это деть, так толкнуть. Давай вдвоем. Конечно. Развилка? Об этом нас не предупреждали. Как думаешь, куда лучше? А лучше уж куда-нибудь. Попробуем сюда. Выглядит вроде неплохо. Камеры здесь. Военный любит держать все под контролем. Хансен не исключение. Объебать могу. Вот и все. Ничего себе духота. Надо перекрыть трубу. Перекрыть трубу. Так, R, применить техническое умение. Я не могу ни то, ни то. Также я не могу открыть силой, поэтому. Где мы должны вентиль найти? Пойдем отсюда, пойдем туда. Пока что, видимо, это не наш путь. Попробуем сюда. Наша станция вон там справа, видишь? Здесь можно будет выйти. Выйти, куда ты тут собрался выйти, блин? Интересный туннель. Давай попробуем пролезть. Блин, давай попробуем. Туда-то мы точно уже, наверное, да?
Попробуем выбраться. Чем быстрее, тем лучше. Funny how she has her own street in Night City of all places. That jealousy I'm detecting? Please. Jealous of what? Ну, ты понял, да, когда я иду, я не читаю. Ну потому что я не могу, блин, играть и, блин, читать и все подряд. Где-то, если что-то важное, тогда вот читать буду. Сбой в работе биочипа. Как не могу. Ви, что с тобой? Сейчас пройдет. Видишь, мне уже лучше. Что случилось? Тебя ранили? Со мной все хорошо, все нормально. Ви, перестань, я же вижу, что ты меня обманываешь. Давай скажи мне, что меня убивает биочип Арасаки. Может, она мне тоже потом чем-то сможет помочь. Ладно. У меня в голове экспериментальное устройство Арасаки, которое меня убивает. Сами сказал, что может помочь. На восьмой? Ты сейчас говоришь о биочипе? Да, о нем. Я читал, что его украли у Арасаки в тот же день, когда Сабура проиграл битву со смертью. Правильно. Теперь понятно, как она с тобой связалась и почему ты согласился на эту спасательную операцию. Спасибо за честность. Похоже, для нашего же общего блага нам лучше держаться вместе. Блин, мы реально прям на восьмой этаж поднимаемся, блин, едем долго. Думаете, будут проблемы? Сегодня ничего другого не предвидится, надо быть готовым к любому развитию событий. Ладно, это наш восьмой. Хорошее место для засады. Граффити. Подожди, зачем мне? Я не как-то вот говорили же, что-то вроде с этим можно делать, да? Или нет? Или это не с этим? Видимо, нет, не с этим. Открыть дверь в убежище. А, блин. Открыть. Раз, два. Pitch fucking black. И темно, хоть глаз выколи. Вот, действительно. Guess we got here first. Видимо, мы пришли первыми. We'll have to sit tight. Though I assume we'd rather not sit in the dark. Power would be useful. Could also get the radio up and running. What? Can't miss our daily dose of fear-mongering? We need to know the situation on the ground. I'm gonna change out of this mess. High time. Have a look around. Так, просканировать окружение и найти способ восстановить питание. Change into those filthy old rags. Короче, я там решил, походу, что-то одевать. Так, куча одежды. Качество низкое. Состояние поношенное, грязное. Заключение. Старая поношенная одежда, вероятно, оставлена предыдущими жильцами. Она, наверное, хочет, чтобы ее не узнали. Ну ладно, блин, нам питание надо восстановить.
генератор. Гляди-ка, Ви. Пойдем к генератору. Скорее, самодельный генератор. Может, попробуем его запустить? Ну да, попробуем. Это двигатель от Тортона. Довольно старый. Тут осталось немного топлива. Если оно не испортилось, должно заработать. Правда, я не могу его запустить. Электричества нет. Да, кстати, ты заметил, что у нас тут уже давно не лился свинцовый дождь? Мне кажется, это не к добру, а тебе. Мне тоже. Непонятно, чего ждать дальше. Сойка, гениальная нейтранерша, обещает нам панацею, внезапно пропадает с радаров. Майерс, политическая интриганка, которую кинули нож в спину аж из самого Вашингтона. Кто и зачем это сделал? Хрен поймешь. Так, мне просканировать надо, ты мне мешаешь. И, конечно, Курт Хансен со своей зениткой. Потрясающе. У меня все буквально зудит от ощущения, что кое-кто скрыл от тебя кое-что очень важное. Ты сейчас намекаешь на Сойку? Она вообще загадочная. Мне такие нравятся, но с ними редко выходит что-то хорошее. Да и времени на разговоры не было, только на бег хватало. Шаттл, бег, Химера, опять бег. Да, просто есть у меня пара вопросов, девчонки. Надеюсь, будет возможность их задать. Ладно, давай пока разберемся с питанием. Так, просканировать. Тут всякий оружейный отсек для аккумуляторов. Четыре ячейки. Разряженный аккумулятор для питания дронов. Подход для других устройств. Неисправен. Сгоревший. Непригодный к использованию. Зашибись. Где мне еще что можно просканировать? Старые детали. Разные. Качество низкое. Пригодный для технической эксплуатации. Тут просто очень темно, понимаешь? Тут ты хрен что возьмешь. Взять я не могу, да? Вот это все дело. Это тоже, видимо... Блин, я не понимаю, на кой хер вот так сделали, чтобы ты вообще тут ни хрена не видел. Где тут я еще что могу просканировать? Микроволновка, взрывоопасно. Это что? Ну, по крайней мере, то, что я просканировал, он не берет. Ну, там еще что-то. Вот так-то можно до хрена чего сканировать. Так, берем. Но аккумулятор здесь только один. А там... 4 батареи. А, 3 здесь стоит. Окей. Fire it up.
Запускай. Fingers crossed. Goes. And amazeballs. Получилось. Look what I found. What do you say? Что скажешь? В холодильнике есть еще. Feel free. Бери. Ты заслужил. Так, взять пиво и сесть. Проголосую за тебя. Вот эту я возьму, да, еще рано праздновать. Мы застряли в пешем городе, а Сойка куда-то пропала. Еще рано праздновать победу. Как знаешь, для меня это хорошая возможность отдохнуть. Может, это Сойка оставила нам подарок? Было бы замечательно. И снова к новостям Найт Сити. До сих пор продолжение обсуждается прошедшей сегодня авиакатастрофы. Представители США заявляют, что на борту самолета находилась президент Розалинд Майерс. Городские власти пока не прокомментировали ситуацию, однако информация поступила из более противоречивого источника. Курт Хансен, самопровозглашенный глава пьющего города, на сегодняшней пресс-конференции заявил следующее. Это подстава. Что тут непонятного? Новые Соединенные Штаты давно точили на меня зуб. Конечно, я не святой, но и не самоубийца. Кто в здравом уме рискнет покуситься на жизнь президента НСША? Мы относимся к произошедшему очень серьезно, призывая всех подумать, кому именно нужен был этот спектакль. США воспользуются любым поводом, чтобы отправить войска в Пёсий город. Да врет он все, собака. Остановятся ли они на этом? Нет. Вы, уважаемые жители Найт-Сити, будете следующими. Помните мое слово, грядет очередная война. Этот солдафон умен. Может, даже слишком умен. Но ему никто не поверит. Он несет бред. А, ему все верят. Об этом говорят уже то, что журналисты к нему пришли. Главный враг Найт-Сити теперь на первых страницах газет. Просто невероятно. Есть некие люди, хотят развязать войну. Покушение на мою жизнь дает к этому очень хороший повод. Надо срочно сообщить Белому дому, что вы живы. Позвонить в Вашингтон, не зная, кто тебе ответит, друг или враг. Или выйти на улицу и весело помахать снайперам Хансена. Нет, Ви. Я не буду это делать. Слышишь? Кто-то идет. Сойка? Может быть. А может быть и нет. Смотри, как нам повезло. Это ж пентхаус с видом на город. И с электричеством. Что тут не так? Да у тебя всегда все не так. Успокойся уже. Тут зато видно, куда сбрасывают и ящики и Хансену. Ви. Нам нужно их устранить. А, подожди. Давай я с ними поговорю. Надеюсь, мы об этом не пожалеем. Оружие на пол! Ёб твою мать! Повторять не буду. Спокойно, спокойно. Мы просто искали, где упасть на ночь. Оружие на пол. Оружие на пол. Да ёб твою мать! Повторять не буду. Спокойно. Мы просто искали, где упасть на ночь. Не знаю, кто это был, но они не оставили мне выбора. Да, блин, реально, они что-то это... Им говорят оружие на пол. Чуваки, вы придурки. Вам сказали, оружие, мать вашу, на пол. Мы устранили сразу две проблемы. Так, надежней. Да-да. Ты прав. Надо что-то сделать с телами. Я видела в коридоре мусоропровод. Блин, мне еще не хватало тут с телами с ними с их возиться.
Еще одной проблемой меньше. Ты как хочешь, а с меня на сегодня хватит. До утра осталось не так долго, нужно отдохнуть. Здесь? А если еще такие же придут? У нас всегда есть мусоропровод. Вы серьезно? Идем. Дамочка. Надеюсь, на сегодня сюрпризы закончились. Никаких новостей от Соми. Никаких. Она никогда не пропадала надолго. Это очень странно. А что, если Сойка не придет вообще? Пока что мы можем только ждать. Если Сойка не появится, тогда придется рассмотреть еще один вариант. Давай подумаем об этом завтра. Сейчас нужно отдохнуть. Так сложно в это поверить. Во что? Я могла быть уже дома. Читала бы вечернюю сводку, а у кровати меня бы ждал стакан воды и две таблетки снотворного. Не то чтобы вы много упустили. Спокойной ночи, Ви. Так, подойти к Майерс. Проснулась уже? She's not here. Она не пришла. Means she's not coming. Значит, уже не придет. Вы видели, какую армию Хэнсон за нами отправил? Может, ее поймали? Не исключено. Это худший из возможных вариантов. И я должна ее найти. Нельзя оставлять своих в тылу врага. Кадеты до сих пор верят в эту байку. Что бы ни случилось, ей надо помочь. Тогда нужен новый план. Не план, а человек. Я знаю одного. Его зовут Соломон Рид. 7 лет назад он возглавлял нашу агентуру в Найт-Сити. Соми работала с ним. После войны он перешел в состояние бездействия. То есть он все еще где-то здесь. Рид человек принципиальный. Его нельзя купить или переманить. Он единственный, кому мы сейчас можем довериться. То есть у вас был пуз в рукаве? Почему вы не выложили его раньше? Привлечь спящего агента не так просто. Тебе нужен будильник. Что нужно? Сигнал, который услышит только Рид. Только не говори ему, что я так это назвала. До войны ФРУ пользовалась засекреченным каналом связи. Доступ к нему был только из местного капитана Клиенте. Звонить надо по номеру 0931. Тут что-то не так. Тут что-то не так. Нифига по-русски. Блин. Окей. Звучит вроде несложно. Только учти, я предпочитаю тихую работу эффектной. Ладно. К чему мне готовиться? Риду нужно будет тебя проверить. Покажи ему это. Он поймет, что ты работаешь на нас. Данная тебе ДБС, базу ФРУ. Стойте. Хотите сказать, я теперь спецагент? Ну да. Хочешь дать клятву, как полагается? Не надо. Давай без формальностей. Тебя что-то не устраивает? Слишком большая ответственность. Не хочу подписываться на то, во что не верю. Как пожелаешь. Это было спонтанное предложение. Удачи на задании, Ви. Не попадись этим недоумком. Так, добраться до закусочной.
Ой, блядь, всякая фигня. Ну, евро-доллары, евро-доллары. Так, ну а навстречу пойдем позже. На этом заканчиваем. Свалили от химеры, нашли приют какой-то небольшой. Ну и, собственно, дальше уже в следующей серии идем навстречу. Ну а пока что это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.